открыты 86 лагерей, из них 81 лагерь на базе школ, пришкольные лагеря, 3 лагеря на базе учреждений социального обслуживания, и открылись 2 загородных детских лагеря, это «Волна» и «Альбатрос». В них у нас отдохнет 566 детей. 18 июня у нас планируется заезд детей в лагерь Гагарина, 23 июня в Металлист, и 1 июля откроется лагерь в Сопках Усть-Камчатского района. Также еще с 6 июня по 12 у нас откроются еще 6 пришкольных лагерей. Это в Тегильском, Алюторском, Пенжинском и Мильковском муниципальных районах. Что же касается оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то их 123 человека, из них 60 детей отдохнут в лагерях Краснодарского края и Приморского края, и 63 ребенка – это Камчатский край, Республика Крым и Республика Алтай. Дети в трудной жизненной ситуации у нас также отдохнут на Камчатке и за пределами Камчатского края. И 128 детей у нас будут направлены в лагеря Артек, Орленок, Смену и лагерь Океан. Я уже раньше говорила про то, что у нас запланировано в этот летний период порядка 13 специализированных и тематических образовательных смен. Вот одна такая смена уже начала работу со 2 июня на базе загородного лагеря «Альбатрос». Это профильная образовательная смена «Инженерные каникулы», которая организована вместе с кружковым движением «Национальной технологической инициативы». В ней участвуют 90 школьников 5-11 классов. Такая смена у нас на Камчатке проводится впервые. По линии Национальной технической инициативы на Камчатку прибыли 7 преподавателей, и они приступили к работе на смене в задачах разработать вместе со школьниками технологические решения для применения в сфере туризма, сельского хозяйства и экологии. И вместе с представителями НТИ с ребятами занимаются эксперты кружкового движения, наставники технопарка, нашего кванториум и IT-куба.